Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео будет обзор по тканей. Я заказала первый раз ткани из магазина «Измира». И хочу вам их показать и рассказать о том, какие ткани, какое качество мы получили. И чтобы мы вместе рассмотрели. Вот буду брать по порядку, так как они лежат у нас. Вот первая ткань. Это ткань с пайетками. Как видите, пайетки имеют две стороны. Одна сторона золотая, вторая красная. Пришиты они на сетке. Вот заказывала первый раз в этом магазине я ткани, переживала и напрасно. Очень хорошо то, что заказ ткани можно сделать не кратно метру. То есть можно заказать и 1,20 м, и 1,60 м. То есть, чтобы мы не переплачивали за лишние кусочки, это очень хорошо. Ну, а минимальный заказ – это 1 метр. Убираю эту ткань и будем дальше рассматривать. Пока складываю сюда. Следующая ткань – это трикотаж. Вы все знаете, что я люблю шить из трикотажа, кто смотрит наш канал. Трикотаж вот такого красного цвета, но он не яркий, а приглушенный. Трикотаж кукуруза. Эластичный хорошо. Тянется хорошо. Абсолютно не мнется. Этот трикотаж хорошо подойдет для футболок, и для платьев, и для юбок, и для спортивного костюма. То есть для спортивной одежды очень хорошо. Он тоже подойдет. Прекрасно, ткани только заказали и так быстро получили, я даже не ожидала. Магазину огромное спасибо. Хочется сказать, вот еще одна ткань, тоже трикотаж. Это французский трикотаж. Такой очень красивый и глубокий цвет. Я не знаю, может, камера, конечно, не передает полностью этот цвет. Но я думаю, что сияние в моих глазах от радости. Ну, очень красивый цвет. Будем шить с него либо платье, либо костюм. И видите, можно что-то сочетать. Вот один идет чуть-чуть темнее, другой светлее. Если пошить из одной ткани, допустим, мы пошьем жакет какой-то, с этого пошьем такое платье там с разрезом, будет очень красиво сочетаться. Что я буду шить, я еще не знаю. Я готова выслушать ваши предложения. Возможно, есть у вас какие-то виды по этим тканям. Может, вы мне что-то будете тоже советовать, и будем выбирать, что мы будем шить. Вот еще одна ткань. Это велюр. С принтом. Красивые очень розы. Вот, смотрите. Мягкий. Он такой идет. Я смотрю, что у него нету, наверное, направления цвета, что можно кроить как в одну, так и в другую сторону. Он идет, наверное, как мраморный велюр. Так. Да, вот у него нету оттенка, что можно кроить. Ну, конечно, мы будем смотреть по направлению цветов, как они идут. Но кроить можно. Стрейчевый. Приятный очень на ощупь, это тоже очень важно. Прям я вижу, что с него можно даже пошить. Вы знаете, вот так вот берешь ткань, и сразу у тебя перед глазами возникает уже картиночка. А что бы я с него пошила? Давайте следующую ткань рассмотрим. Наверное, эти ткани давайте я уберу, чтобы они нам не мешали. Я их сейчас переложу. Вот шифончик. Хорошо так падает. Можно пошить с него прекрасную блузочку. Ткань будет хорошо, видите, ложиться. Хорошо будет драпироваться. Какие-то складки будут очень красивые. Он светится, но нельзя сказать, чтобы прям так уж сильно. Немножечко просвещается. Он, конечно, можно, если это платье, то надо, чтобы подкладка была. Если это будет не платье, а блузочка, то вполне возможно обойтись
одним только бельем. Ну, красивое белье и такой вот принт очень интересный. И принт, смотрите, такой интересный, что сюда идет сочетание. Можно одеть юбку, допустим, красную. Можно одеть юбку в таких песочных тонах, синюю, что-то с белым. Такое разнообразие цветов, которые мы можем с вами использовать. Вот еще такой красивенный отрез ткани. Цвет такой бутылочный. Трикотаж. Очень мягкий. Приятный. Он с одной стороны тоненький, но вот так вот, когда берешь, он такой плотненький. То есть приятный, очень приятный. Такой глубокий цвет. Ой, к этому цвету смотрите, что еще есть. Вот такой вот гипюр. Можно его сделать платье как подкладом. Либо сочетать, сделать вот такие вот рукава. Кокетку можно сделать из этой ткани. А эту ткань пустить как основную на платье. Будет тоже очень красиво. Давайте я вот эту еще лучше так рассмотрим. Видите, как она идет такими как бы фрагментами, что можно ее даже вырезать фрагментами. Я надеюсь, вам видно. Вот так вот сейчас покажу. Видите, вот идет фрагмент. То можно вот этими фрагментами вырезать. И будет у вас, допустим, платье идти как бы фестонами. Если мы пустим это по низу или по рукавам, будет очень красиво смотреться. Либо эти фестоны мы пустим как бы кокетку, которая будет переходить вот так вот фестонами, а сюда пойдет основное платье. Основная ткань компаньон. Приход весны. Еще одну давайте зеленую рассмотрим. Хочется уже нам одеваться, быть красивыми. Вот эта ткань, вот вы знаете, она идет мягусенькая, настолько мягкая. Вот ее берешь, она как плюш такая. Вот. Сама структура сверху идет как бархат, но при этом она идет типа вельвета. Вот такие вот как прожилочки идут, тонюсенькие прожилочки. Но здесь направление ворса немножечко оттеняется. С этой ткани можно шить и прекрасные лосины, и платье, и блузку. Она прекрасно будет драпироваться. Кстати, ссылочку обязательно мы оставим в описании на этот магазин. Я к этому магазину буду обращаться еще, я так понимаю, неоднократно за тканями. Красиво драпируется. Видите, оно настолько мягкое. Можно сделать платье, допустим, которое будет идти на запах. Вот здесь вот драпировка. Такие золотые пуговицы сюда пустить. Очень красиво будет. Это мы посмотрели такие плотные ткани, поплотнее. Теперь давайте посмотрим ткани полегче. Более легкие ткани, которые можно шить уже не такой ранней весной, а чуть-чуть туда ближе к лету. Оно теплеет всегда резко. А мы не готовы. Поэтому надо готовиться, как говорят, сани зимой, сани летом. Поэтому мы с вами будем к весне готовиться уже зимой и к лету. Вот такой вот принт. Мелкий-мелкий цветочек. Цветок не на белом тоне. Он как бы молочный цвет. И идет такой вот алый какой-то, идет цвет коралловый, желтый, зеленый. Очень красиво. Кстати, в этом году в тренде будут такие коралловые и красные оттенки. В моде и в тренде. Так, следующую давайте рассмотрим. Это ткань софт, супер софт. Она, видите, вот стрейчевая, я надеюсь, вам видно. Вот смотрите, можно пошить тоже и платье, и блузочку какую-то. Тоже очень красивая. Набросим. И юбка будет красивая.
платье, если сделать, допустим, в виде трапеции с большим таким воланом по низу, будет шикарно смотреться. Очень будет такое интересно. А цвет ткани такой мятный. Мятный и колосочки. Вот еще очень красивый цвет. Это тоже супер софт. Тоже он стрейчевый. Глаза разбегаются. Вот смотрите, хорошо так тянется. Он такой эластичный, тонкий, мягкий, такой струящийся. Клетка идет. Очень интересно, видите? Клетка, на клетке принт, цветочки. Шикарная ткань. Просто шикарная. Я мужу говорю, можно пошить блузку. Он говорит, какую блузку? Платье. Будет очень красивое платье. Пишите свои мнения на этот счет. Может быть, кто-то видит в этих тканях уже какие-то фасоны. Можете нам описывать фасоны, либо фотографии присылать в группе ВКонтакте, которая у нас есть в описании каждого видео. Вот еще одна ткань. Тоже супер софт. Здесь тоже она такого мятного оттенка, но здесь он такой мятный, более-более светлого тона. Там чуть-чуть темнее. Такой мелкий цветочек тянется. Она не светится. Сюда можно никакой подкладки не делать. Можно пошить блузку такую, типа крестьяночки. Сделать вот такого голубого цвета. Тоненькую-тоненькую отделочку. Может быть, косой беечкой. Или как-то, чтобы кант выглядывал. Можно пошить под резиночку, с кулисочкой что-то. Ну, очень такая приятная ткань. Вообще, в этом магазине такое большое разнообразие тканей. И очень, ну, демократичные цены. Я думаю, что это тоже всем важно. Как бы очень-очень приятно удивлена. Смотрите, еще какая ткань красивая. Очень красивая. Синий цвет. Синий такой темный. Темно-синий глубокий цвет. Салатовые листики. Мятного цвета розочки. Прекрасная юбочка будет. Я вот вижу с этой ткани такую юбку с оборками или с воланами. Или сарафан. Пошить очень интересно будет сарафан. Можно и длинный. Можно вот бретелечки завязывались, чтобы бантиками, с какими-то бантами. Будет очень интересно. Я уже так много тканей показала. У меня есть еще ткани. И мы, наверное, разобьем на два видео. Итак, я уже, как вам сказала, это все я купила в интернет-магазине. Возможно, вы тоже захотите воспользоваться этим магазином. Ссылочку оставим в описании. И ждем от вас идей по пошиву изделий из этих тканей. На этом все. Всем пока!